пеналы, ручки, тетради, рюкзаки и не только получат дети, которые собираются идти в первый класс. В преддверии 1 сентября в Одинцовском округе прошла акция «Собери ребенка в школу». Сегодняшняя акция называется «Собери ребенка в школу». Это международная акция, проводит «Единая Россия». Она проходит в рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Новая школа». Мы пригласили сегодня многодетные семьи, малоимущие семьи, в которых от 4 детей, 7, 10 детей. Мы им передали школьную форму, канцелярские принадлежности. И сделали мастер-классы для них, консультации психолога. Надежда на светлое будущее и счастливую жизнь. В этом году единороссы, общественники и представители благотворительных организаций помогают еще и семьям, приехавшим в Подмосковье с Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент идет даже консультация женщины, которая приехала из Луганска. И смотря на наш праздник, у нее слезы, потому что она понимает, что там осталось еще много людей, которые по разным причинам не могут сюда приехать. Поэтому это мероприятие можно действительно сказать самым сильным, плодотворным и нужным. Помимо подарков для ребят привели мастер-классы, в которых они принимали активное участие. Рисунки, подделки, лепка – все то, что поможет маленьким горожанам почувствовать себя комфортнее. А порой в это увлекательное путешествие окунаются и взрослые. Наше семейное хобби – мы сами изготавливаем детальки, проектируем модели, что-то приживается, что-то нет, потом играем сами, двигаем массы, так сказать. В завершение акции дети и серебряные волонтеры передали для военнослужащих письма со словами поддержки, трогательными стихами и рисунками. В ближайшее время их отправят на Донбасс с делегацией во главе с военными ветеранами. Раиса Киян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».